если вы недавно приехали в Батуми, и у вас возникают какие-то вопросы по поводу каких-то магазинов, либо вы что-то специфическое хотите здесь найти, оформить банковскую карту и так далее, у меня есть своя телеграм-группа, в которой уже больше 600 человек, все делятся своим опытом, ребята, которые здесь живут уже даже некоторые побольше, чем полгода. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно подписывайтесь. И я там тоже стараюсь отвечать на какие-то вопросы, если знаю на них ответы. Ну и ребята тоже стараются чем-то помочь. Поэтому все ссылки в описании, обязательно подписывайтесь. Подводя итоги, что скажу по поводу празднования Нового года в Батуми. Все очень красиво, красочно, украшен город, особенно площадь Европы, но есть небольшой нюанс, это петарды, которые взрываются везде под ногами, поэтому если вы этого боитесь, будьте к этому готовы. Ну а так с большего все прошло очень мирно, спокойно, красиво, были красивые фейерверки, а завтра с утра мы уже пошли на пикник 1 числа, даже удалось покупаться. Погода была плюс 14, на солнце все 20. Ну, не знаю, может быть, в прошлом году было как-то похолоднее, но нам в этом плане повезло. Одним словом, впечатления остались только позитивные, поэтому празднование в Батуми нам очень понравилось. Этот год начинаю плотненько работать, снимать видосики, делать для вас нужный контентик, чтобы вам было интересно смотреть. Так что обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Уже вот-вот, ну как вот-вот, ну думаю, месяца 4 уже начнется сезон. Поэтому, думаю, вам будет интересно посмотреть, какие места можно посетить. Может, какие-то интересные лайфхаки для вас. Или вы хотите здесь остановиться там на несколько месяцев, более так плотненько посмотреть Грузию. В общем, все это будет в моих роликах. Также есть прошлогодние ролики, можете тоже там что-то для себя взять интересное. Ну, одним словом, будем на связи, я буду стараться для вас, и вы своими комментариями мотивируете меня для новых роликов. Всем на связи, всем хорошего настроения, всем пока!